Этот удивительный молодой человек приехал в наш город совсем недавно, перед началом учебного года. Учится в Печорском промышленно-экономическом техникуме, получает мирскую специальность. Но, как сам говорит, его главный путь другой. Денис готовится стать монахом. Ему всего 16 лет. Практически половину своей жизни он прослужил в алтарничестве. Весной Денис закончил 9 класс и приехал в Печору. Родители отпустили, в принципе, со спокойным сердцем. Их сын в надежных руках. Это благословение владыки. Она поговорила с отцом Климентом, с владыкой встретилась. Как бы и доверяет людям священного сана. И отпустила, думает, что возле таких людей я буду тоже в надежных руках, как и возле родителей. Печора такой спокойный город, конечно, мне говорили, что он немножко буйный, но я смотрю, что как бы люди радостно относятся ко всему, как бы и с детьми гуляют, и все. Как бы я думал, что из двух частей состоит, тут большой такой город. На самом деле такой, вот пройти можно, то есть труда не составит. Люди тоже гостеприимные все, со всеми уже познакомился, кто в храме работает. В общем, общий язык нашли. Сейчас дни Дениса расписаны в прямом смысле по минутам. Он учится в Печорском техникуме, будет поваром-кондитером. Кстати, его мама тоже повар, и поэтому мирскую специальность сына вполне одобрила. Поступил на заочное отделение в Сыктывкарское духовное училище. Но, конечно, основное время занимает послушничество в храме. Кстати, Денис носит подрясник, а это не каждому позволено. Меня благословил архиерей, владыка Питерим, 2 года назад, после такого сказать алтарничества. Я прошел 9 лет в алтаре, прислуживал священнику. Владыка благословил носение подрясника, так как я сказал, что я пойду дальше по священному сану. И не каждый может носить такую вот вещь, потому что, как сказать, это уже ближе к Богу, к священничеству, вот это вот подрясник. Моя связь с Богом, она помогает мне внутренней души, как бы, и помогает во всем. Вот если я с Богом, значит, я чувствую себя комфортно. Вот даже, например, я хожу гулять вечером, а я чувствую не мой город, я обязательно ношу четки с собой. И когда я иду молюсь, вот я никогда вот не задумываюсь, что на меня кто-нибудь нападет. Вот я с Богом, и все. Денис готовит себя именно к монашеской жизни. Жесткий распорядок дня. Подъем в 7 утра при любых обстоятельствах. В 23:00 обязательно должен находиться уже в своей комнате. Все действия только с благословения. И уже сейчас уверен, что сможет принести пользу Печорскому храму. Ну, наверное, в дальнейшей постройке этого храма, потому что, сами видите, сзади фундамент привозят. Это очень тоже тяжелая работа. И помочь построить этот храм надо всем. То есть и людям приглашают тоже людей, чтобы помогали храму. То есть это такая святыня, которая потом воздастся им все равно в будущем на небесах от Бога, то, что они такую святыню выстроили. Но в будущем это, наверное, иеромонашество, вот как отец Климент. А там, если я закончу академию, и тогда уже будет, конечно, выше сан. То есть либо архимандритство, либо уже выше. Молодой человек прекрасно осознает, чего лишится и что приобретет в случае принятия монашества. У него еще есть несколько лет, чтобы увериться в своих силах вступить на такой действительно сложный путь.